Закрывай, я ее запущу. Давай, только не спеши, раздавишь. Ёпт. Попало? Да, прыжок такой был. Ну, эту можете болить, она еще. Видишь? Она нормальная. Ее можно дать. Вот она. Иди отсюда. Машу? Да, ее завалишь, как же. Иди, иди. Иди корми детей. Нет, не надо тут пылесосом быть. Сейчас получше по попе. Все, закрываем. Я сейчас дам, сейчас дам. Смотри, какая нога, а. А что, рыжая? Рыжая молодец, на пузо ливай. Да, в маточнике тебе не хватало. Ну что, будет кормить сейчас, стопудово, смотри. Видите, как гирлянда повисли пиявки. Все, сейчас будет кормежка. Все двое дуралее. Все, капец, завалили. Она поплотнее еще есть, что у нее отдавает. Налетай! Давай, цепляй, цепляй. Тимон, глянь, отсюда видно хорошо. Ты можешь даже приоткрыть, чтобы солнышко попадало. Налетай! Привезли еду. Свежая отбивная пришла. Глаза закрыты. И пока умой. Смотри. На нюх. Поднизу лежится, наверху на него. А у каждого своя сиська, и те, которые не используются, их никто не растягивает. Ну, она остается, атрофируется. Ну, как же. Он чужую не будет сосать. Ну, свою только находит. И все. По-западу. Потому что там несколько же не больше, чем 12. Там 14, чи сколько, чи 16. 14. Во, они только 9. И вот те, которые нет, они просто маленькие стали, и все. Да, здесь у нас кормежка полным ходом и без проблем. Машуня у нас кабан знатный. Поэтому, если оставляете свиноматку, ищите на развод, лучше оставляйте жадную до еды, чтобы ела все, что дают. А вот у рыжей было такое, то мы не поедим, то нам не хочется. Вот, только начало молоко давать, видишь? А вот этот самый хитрый, он с двух сисек пьет. То с одной, то с другой. Смотри, смотри. Он две сиськи дает. Что там, пошел уговаривать, слышишь, добавку просит. Смотри, смотри, все капец. Видно, молоко закончилось. Они же быстро, да, там процесс? Да. Я имею в виду, ну сейчас же вставать будет. Обрабатывает. Вот, кстати, видите, если оставить клыки, вот посмотрите, как они себя, ну, как они ведут себя, когда кормятся. Вот они так дергают ее, и эти клыки, они бы просто расцарапали всю ее. Поэтому, чтобы мне не говорили, ну как, подрезать клыки, это дело важное и нужное. Все, свиноматка. Свиноматка. Да. Подкормила своих деток. И теперь можно спокойно увалиться на пузо и никому ничего не давать. Маша, мы тебе еды насыпали, можешь хавать. Сейчас, наверное, кто-то смотрит, думает, ну придурки, черти чем занимаются. Надо идти мотоблок ремонтировать. Надо идти стиралку, чтобы там поискать. А тут хорошо, у них тепло, не воняет, ветер не дует. Кто-то работает, ты сидишь, смотришь по приколу. Классно я сделал сарай, переделал, скажи, Боба. Да. Главное, что не воняет ими.
Да, воняет. Вообще ни запаха нет никакого. В жизни мне поверил, потому что всю жизнь прожил в селе, как бы. Ну, не всю жизнь, ну, достаточно долго, да. И неоднократно на базу был со свиньями, видел, как это, что не только видел. Там не надо смотреть. Вонище стоит метров за 300 от него. А если ветер дует, то и за 1,5 километра доносится вонь. Куча этого дерьма постоянно. Здесь же этих проблем никаких нет. Свинки чистенькие. Впечатление такое, что они живут у нас, как это самое. Лучше людей живут. Но им за отопление платить не надо. Это точно. У них отопление идеально всегда. Да, Машуня, да, только ногу надо вытащить. Вот это единственное, чуть повыше сделаем пол, потому что оно утрамбовалось, надо чуть-чуть повыше. Еще мешков 6 всыпануть сюда опилок, и будет нормально. Как раз месяц прошел, буду вносить месячную норму бактерий и подсыплю опилок, и будет хорошо. Ну все, в принципе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.